Всем привет, дорогие зрители! Нашел хорошую трехкомнатную квартиру по очень хорошей цене. Итак, с отдельной кухней. Открытая парковка, бассейн не функционирует, так как айдат 150 лир. Она не будет работать. Следующий год тоже, наверное, не будет, пока жители этого здания не решат его запустить. Поднимут айдат, тогда заработать и бассейн. Первый балкон. Сторона юго-восточная. Третий или четвертый этаж земли. Расстояние до моря 320-330 метров максимум. Дорогие зрители, цена этой квартиры 119 тысяч евро. 2 плюс 1 с отдельной кухней. 3 балкона. Но бассейн. Море рядом, бесплатно, полезная вода, тут химия. Короче, сами поняли. Заходим. Гостиная комната. Кондиционер новенький Arçelik Pro Smart инверторный Wi-Fi A++. Ламинат по квартире. Гостиная ламинат. Здесь керамика, кафель. Отдельная кухня большая вот такая, смотрите. Ого, огромный холодильник, Arçelik. Новая. Стиральная машинка Arçelik. Arçelik, духовка, плита, вытяжка. Да, здесь балкон они увеличили. Был балкон. Первая душевая кабинка наша, санузел. Проточного нагревать фирмы Siemens. Эта спальня у нас 8,5 квадратных метров. Они так как сделали встроенный шкаф глубокий. Здесь 8 квадратных метров. Детская спальня. Зависит. Тут у нас 13,5-14 квадратных метров. Тоже ламинат в спальнях. Третий балкон на самом деле, но второй застекленный. Два балкона застеклен, три балкона застеклен. Там море, вот за тем зданием, дорогие зрители. Район Махмутлар. Угу. Вот. Здесь душевая кабинка. Без санузла. Без это, без унитаза. Закрыли двери. Все. Так, дорогие зрители, 119 тысяч евро, звоните по номеру. Плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агасий, Солнечная Лания, район Махмутлар. Всем пока-пока.